Всех приветствую. Рассматриваем работы художников и скульпторов и описание к этим работам по книге «Великий музей мира» Игнасия Солуага и Савалетта. Распятие, 1911 год, холст масла, 250 на 300. Большая картина. Сцены страстей Христовых – одна из самых эльгрековских композиций Солуаги и, пожалуй, наиболее драматическая в его творчестве. Справа от зрителя узнаваемый персонаж – человек из Сеговии, готовый придать драматическую экспрессию даже в очень статичных картинах. Здесь живописец достиг максимума трагизма. Погашенное солнце придает всей работе пепельный колорит. Вспышки света лишь на лицах, предстоящих распятию, от источника по сторону зрителя. Но на лице казненного нет ни даже тени. Черные пряди волос скрывают черты мрачным пятном. Словно забыв о Карлосе Хосе, Солуагу называют родоначальником национального пейзажа. В данном полотне его пейзаж, как, впрочем, в предыдущей картине, выразительно эмоционален. Но если в человеке из Сеговии он воспринимается в реалистичном ключе, то здесь природа мистическая, характерные лица, застывшие перед свершившимся распятием, существуют в ненастной современности, будто несущие отзвук грозы над Толедо из мира Эль Греко. Линии растянутых рук Иисуса будто продолжаются в пространстве, вместе с перекладиной креста, создавая крепостную стену города, который хорошо виден в далекой перспективе. Это не Иерусалим, хотя оливковые посадки, как воспоминание о молении о чаше в Гефсиманском саду, а современный испанский городок, охраняемый жертвой Бога-человека. Особенностью художественного дара Солуаги является умение находить декоративную составляющую в видимом пространстве. Даже в мрачной мистерии багряным плащом персонажа на первом плане не только исполнена символическая функция, напоминающая пролитой крови, но и произведен удивительно тактичный декоративный эффект. Вот такое описание к работе «Распятие», автор Игнасия Солуаги и Савалетта, 1911 год. Описание по книге «Великий музей мира». Пока, до свидания. Всего хорошего.